Да, друзья, всем привет. Меня зовут Илья, со мной сегодня Андрюха. Да, всем привет. Да, у нас сегодня Next Day. И так. И будем смотреть, что у нас тут вообще есть. Че, может, куда-нибудь сбегаем? Посмотрим. Это мы сейчас, получается, вообще, у меня сейчас Квашино. Идея облутаться тут, в Квашино, да. Ага. А потом пойти куда-нибудь дальше, ну вообще можно... Сейчас я даже скажу, куда. Так. Можно пойти будет Дятлово. А, ну вот в Дятлово я был, да. Там получается в Дятлово много лута. Поселение Мирно. Да, вот за счет этого. Да. Нет, там. Ой, иди сюда, Панамка тут. Очень комплектно. Вот Панамка? Ну сейчас, подожди. Так, коричневая куртка. О, подожди, что-то я нашел. Более утоляющее есть. Смотри. Респиратор зеленый. Вон там есть. Где? Вон, там Панамка был. Вот. Ага. Сейчас тогда одену панамку. Если хотя бы нет такого, что типа рассинхронизация лут, то есть у кого-то тут такой лут, у кого-то там другой. Ага. Фонарик так. И бандана. Бандану можно выбрать. Так, это можно выбросить. Шапку тогда тоже. Так. Ну у меня, короче, лопатка еще есть. Пехотная. Я не знаю, что ей делать. Кстати, читал. О, подожди, сейчас тут рюкзак. Стой. А рюкзаки здесь, смотри, они вот есть стандартные и все, да? Так, нет, ты на втором этаже? Есть, смотри. Да. Вот есть вот такой, есть вообще большой. А. Да, такой, ну то есть как смотри. В это. Как в DayZ, да? DayZ. Потому что смотри. Я вот сколько ходил, я не нашел нормальных. Это что? Фонарик, да нахер он нужен? А бандана? Не, нет, это бандана. Да не, не надо, зачем? Так, тут вот еще тоже ничего нету. Так, о, подожди. Вода. А, бутылка пластиковая. Пустая, походу, да? Бери. Один питьевое вещество. Нет, нормально, есть дырки. Бери пластиковую. Да, их потом же, это можно воду набирать. Так, о, смотри, берцы и джинсы. Давай-ка я вот, наверное, их одену. О, армейская аптечка, класс. Армейская аптечка, да, на тему. Ты ее возьми, потому что мне не стоит почти газировка. Ага. Так, ты где у нас сейчас? А, ты в соседнем доме уже? Ну да, чё, я там ничего не нашел. Ну я вон, да я себе берцы с джинсами хотя бы нашел. Подожди, а здесь список игроков как открыть? Я чуть не помню уже. На П. На чё? На П. На П? А, раз, два, три, четыре. Да, четыре мародера. Забегай, смотри, смотри, где есть лут. На о, первом вот, этаже, вот, 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 там да, вот, аптечка нашел, и да. Где-то еще маринованные помидоры. Маринованные помидоры. Другой. О, я зажигалку другой. Нашел. Вот, смотри, вот тут где-то. Сейчас. Средний рюкзак. Вот, а, подожди. Помидоры. А, ну средний рюкзак это такой же, как у меня, да? Да, пойдем, смотри вот тут. Чё, что-то хавка какая-то, да, есть? О, помидоры маринованные, отлично. Тут нихера, да? Ну, блин, большой бы рюкзак найти было бы вообще грамотно. Но там еще в чем прикол, есть ограничения не только по, ну, сказать, ну, я его как по объему, по слотам, да, но и по весу. Ну, не, ну это правильно. Бля, ну, это, ну вообще, понимаешь, что если что-то там взять из DayZ, да, например, вот DayZ, угу. Как бы нет этого. Ой, смотри, вот это ну, тут черная. Куртка? Да, вроде черная. Да, черная. А, ну значит, спасибо. Такая же. Похаваю. Вот. Тушенка говяжья, классно. Так, попить надо. Варенье. И маринованные помидоры. Тогда съем что-нибудь. Ну, я вам тоже решил попить. Я, кстати, что обратил внимание, здесь день идет вроде как быстро, а ночь долго. Это кажется. Кажется? У тебя часы есть? Смотри, сколько времени? Давай я вот сейчас. Время 11:40. Ну, это еще долго. Да. Не, ну пока-то, конечно, всё, долго. Поем. Тут это... Кепка. Ну, нафиг.
Не, ну скажи, такая вот замена DayZ некая. Только Нет. тут проблем с оптимизацией, которые... Ну, я, кстати, этот, читал в официальной группе их, то, что скоро будет обнова какая-то, где уже добавят наконец-таки... Это тоже. О, подожди, это что у нас? О, маскировочный лучше, капюшон. Смотри, бери вот тут. Бери вот тут. Что там? Видишь, там вот лежит говядина. Ага. Это вот, смотри, там по 500... О, недостаточно места у меня. О, подожди. У меня... Так, зажигалка тогда. Скинь, что не надо. Зажигалку. Зажигалку нахер. Выкидывай. Так. А маскировочный капюшон мне тоже, в принципе, не нужен. А че ты его не оденешь? А нахер? А, давай я его не одену. Одень, конечно. Картофель заберу. Ну, я карту не выбрасываю. В принципе, компас, да, можно выбросить? Компас нахер не нужен. Ну, да, это че? Нахер. Я его вроде не так. А, нет, он мне и зачем? Ну, я вот не знаю, зачем он нужен. Так, подожди, а в чем разница? Сейчас посмотрим. Вот так, на карту. И разницы нету, реально. Так, часы я оставлю, чтобы время знать хотя бы, да? А там сверху, типа, это... Сверху, типа, ну, показывается. А, да, нахер он нужен. Так, опа. А, так, магазин для вепрь. А вепря у нас нету, да? Еще магазин. Можешь взять на всякий пожарный, если есть. Два магаза. Раз для вепря? Да, два магазина для вепря. Вы знаете, самые топовые пушки, это вот такая, смотри, как у меня. Вот это самая топовая пушка, такая и вот такая. И все. СВД-ха у тебя? Ну вот у меня ну, тоже, да. у меня... СВД и АКМ. Ну понимаешь, это вот мне так люди объясняли, которые тут долго играют. Ну у меня вот, вот. Я СВД-ху находил. СВД-ху находил здесь не обязательно... Чего? Да, я понял. Ты мне рассказывай. А, ну... Смотри, здесь не обязательно магазины... Не обязательно магазины. Можно, знаешь, находить коробки. Да, они меньше места занимают, как бы, и патронов там побольше. О, ключ зажигания, чувак. Ключ зажигания возьмешь? Ключ зажигания. Давай, идем. Бери. Давай. Сейчас проверим на наличие машины. Не, машин тут, походу, нет. Или же есть? Сейчас посмотрим там. А что, здесь машины должны быть? Не, здесь может быть гаечный ключ. Во-во-во. Медведь бежит шашу? За пацаном. Давай пацана защитим. Тихо-тихо-тихо. Стой, ты мирный. Ну давай стой. Пацана защитим. Стой, тихо-тихо-тихо. Ну, стой. Ой, бежит. Сейчас. Тихо-тихо. Все нормально. Если этот нож есть, можешь освежевать. У меня ножа нету. У тебя есть? Может ему аптечку дать? Ну, есть армейская. А, ну, ладно, убежал. Пусть убежал. Болеутоляющий убежал. Есть у меня. Ой, да ладно. Он уже... Так, он мирный, значит... Так, иди сюда. Давай мы тебе дадим болеутоляющий. Давай. Давай я ему дам. Да я вам бросил. Давай, беги там, аккуратно. Похавать надо дать? Возьми кирпичи. Я его вообще не слышу, сейчас подожди, погромче сделаю. Ладно, а пофиг. Бери кирпичи. Кирпичи? Бери кирпичи вот там. Да. Опа. Сейчас. А, подожди, я перезаряжаюсь. Так, нет, а есть большой гаечный ключ. Бери кирпичи и гаечный ключ. Так, подожди теперь. Да, говядину сожру, чтобы не выбрасывать. Долго так жрет. Мы ему дали такие, типа, болеутоляющие, и динь. Не, ну все равно пацана спасли. По сути-то. Надеюсь. По так. сути-то мы ему чем-то помогли, не знаю, спасти. Так, сейчас, подожди, это выбросим. А вот это попробую одеть сейчас. Ну чё, нихера, ладно. Мне это тоже не надо. Скинь кирпичи. Сейчас. Не могу попасть на респиратор. Вот. Так, просто скинуть? Иди сюда ко мне. А с них у как-то, подожди, есть? Крафт у них должен смотри, быть какой-то. На. Вот ветки тебе, ветки ага. плюс кирпичи это будет этот, да? Костер. Это костер. Да, ну по сути идиотизм, если честно.
Нахер. Ну, как бы, идиотизм в том смысле, то, что можно и без кирпичей сделать. Да, чё, куда поставить? Да, подожди пока, ты ставишь. Ну, я где-то тут картошку нахожу. Ну, да, ладно, сейчас так, пробегусь. А, да, картошка-то у меня есть сырая? Может, в почву нападём? А, так, подожди. Приготовь её? А, ладно, вот, всё. Попробуй приготовить, да. Так, вот сейчас посмотрим. Да, есть картошка, сейчас приготовлю. Давай посмотрим. Проверим хотя бы. А чё ты маску выбросил? Да мне некуда её было ложить уже. Блять, у меня респиратор тоже нахер не... Не респиратор, а этот... А, как он? Противогаз. Я два их надо было. А я один уже давно выкинул. Так, разжечь. А, мне не очень... А, вот, зажигалка теперь нужна. Зажигалка. Давай я сбегаю. Знаешь где, да? Мы ее вроде... Да, там я и зажигалку выбрасывал, и это у меня была. И спички тоже были. Видишь, оказывается, для чего все надо. Ну, я это думал. Ну, это вроде было в последнем домике, да, если я еще говорю? Да, по-моему, скинул я ее там, потому что этот... До этого места было. Возможно, он ее облутал. Этот пацанчик, может быть, да, в принципе, как бы. Не жалко. Хотя там еще спички должны как быть. Как горит костер. Ай, на-на-на-на. Где-то, может быть. Не знаю, походу, прыгаю. Так, где-то же здесь еще второй, вода или? Должна быть. А, какой-нибудь колодец, что-нибудь такое. Нет, колодца тут не давно. Колодец только в зеленых, безопасных зонах. Ну, в поселении мирных был колодец. Ну, в поселении мирных. Но это же не... Тут же, видишь, оно не отмечено как поселение вообще кого-либо. А, ну, типа только в поселениях, да? Это как вот оно есть, но не зачем. Маринованные огурцы. О, сырая картошка, да? Сырая картошка. Ну, еще нашел, что ли, картошку? Нет, я просто... Мне кажется, мы тут не были. Так, ну что, давайте помогу тоже. Ты все подъезды уже посмотрел? Нет, я только последний. С маринованные огурцы. Ну да. Съем. Так, не, короче, лопаткой я не могу освеживать медведя. Логично. Да, в принципе, лопатка мне тогда лопатка, в принципе, тогда и не нужна. Так, где ж тогда она? Поджигалка-то, а? Спички еще где-то были. Тут хер что найдешь теперь, да? Ну смотри, здесь получается, вот мы пока нейтралы, да? Или ты уже мирный? Нет, а что? Я нейтрал. То есть мы можем, в принципе, смотри, сейчас не... я могу, допустим, нейтрал, я могу прийти в поселение мародеров и стать мародером. Или мне сначала надо убить игрока? Нет, ты можешь вообще не... Я так понял, что если ты нейтрал, то ты можешь их мародером. Ну как я понимаю, не знаю точно. Ну по идее, думаю, да. То есть ты как бы и не к тому, и не к тому. Вот, это спички, это батарейки, блин. Тут вообще тут. Вот где-то там. Старый. Ты где? Так. Подожди, тут. Давай тогда тот домик залутаю. Посмотрю. Ну где-то будет. Старая банка. Смотри, если, к примеру, старая банка тушенки, то ее не бери, она там кушает. Да? Угу. Ну, окей. А если тушенка? И там написано, написание, что старая банка, то это пофиг. Ну как я понимаю? О, активированный уголь есть. Да тут может просто лут еще, он же респавнится по-любому. Да, в чем прикол, потому что я нашел сейчас недавно маринованные огурцы, хоть я реально, мы когда бегали, о, его красавки, не было. Серый. Их не было. Рюки. Так. Блять. Заблудиться можно. Опа, шапка. Обычно... А, это вот я выкинул. Смотри тогда это. Пойдешь со мной сейчас? Сейчас. Чё, не нашел зажигалку? Mm-mm. Подожди, нет. Сейчас я посмотрю. Пойдём. Еще. Пробежимся. Да ладно, нам надо же пожарить уже. Чё, раз начали.
А да, а смотри, там есть да, дальше-то этот. Кто? Вон там же эти большие, тоже там домик есть. Так, о, я что-то нашел. Еще кефир нашел. Давай кефир хоть хряпну. Тут же вон домик хочу. Есть, ты что, видишь? Там, смотри. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну вот, туда пойдем. Ну что, давай, я тебя жду. Пойдем. Так. Че, куда идем? Туда вот. Туда сейчас. И вот пойдем обуть. А, вон, видишь, стоит УАЗик. Опа, медведь. Сейчас я его расстреляю. Что, завалишь его? О, базару нет. Вон в том УАЗике я тогда СВД-ху себе находил. Что он рычал опять? Сейчас, давай. Нормально, пойдем. Потом... Да, сейчас. Мусорской УАЗик надо посмотреть, там может что-нибудь есть. Все, что было, все вынесли, походу. Давай, я, короче, так, вот здесь... 7,62. 7,62, это, по-моему, для тебя как раз и нужны же. Вот, кефирчик. Надо сейчас сбросить и выпить. А, нет, так, у меня есть. Нет, есть. Йогурт. Молоток, я не знаю, нужен, не нужен он? Вот еще респиратор. А, комарин тут есть. Еще, еще картоха есть. Так, 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 это полная, это пустая, это... Так, давай одну выкину. Так, еще картошки я еще нашел. Так, вот, а блин, это что я у нас? Испугался, что это кто-то ходит. Смотри, банка воды пластиковая. Магазин для ПМ. А у меня что, у меня ПМ как раз? А не, у меня ТТ. У меня ТТшник. Вон там пластиковая бутылка. Да не, пластиковую-то я уже нашел. Это там пустая одна, это я выбросил. Так. Касочки буду ходить. Так, 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 так. Я сейчас специально выбирал сервер, чтобы просто пробежаться, а не чтобы... Херачиться, да? Так, давай я вон там в магазин продуктовый. В некоторых городах... Нет, я в больнике. Давай, я вот здесь в магазин просто вижу продукты. Смотрю, может там что-то. Аптечка и что это у нас? Комарин. Можешь брать аптечку? О, я ружье нашел. Комарин есть у меня. Нахер он нужен? Винты вот. А вас сразу. Так, уголь есть активированный. Ну, блядь, что выкинуть? А, слушай, может использоваться как холодное оружие. А, нахер гаечный ключ туда не нужен. Он как холодное оружие может использоваться. А ты его просто в слот помести еще. Нет, у меня в том слоту как бы... ствол, газ-вода, о, патроны 9.19, 9.19 мне для чего надо, здесь 12 миллиметров, а здесь 9.18. Мне, короче, нужны патроны для моего дробаша сейчас, старая банка тушенки, понятно, не надо, да? Ты ну, говоришь? Если у тебя был бы вепрь, то, возможно, мог бы... О, зажигалка. А, нет, так, да, зажигалка. Так, небольшой молот, ударный инструмент, применяется для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ по совместительству холодное оружие. Угу. Так, так, так. А, давай уголь выкинем тогда, активируем, заберем зажигалку. Все, есть зажигалка. Ну, вообще, мне вот эта игра очень нравится. Вот реально интересно. Но вот если разработчики будут вообще что-то с ней делать, пытаться хотя бы, то будет хорошая игра получится. Так, я тут уверен. Ну, по идее-то да. Короче, из этого нормально слепить возможно. О, давай, беги ко мне, тут жратвы просто валом. Тут и сгущенка есть, и картошка еще есть. И ну, газ-вода нам есть. Нам придется ее всю съедать, потому что... Что это такое? Не, ну тебе надо что-то пожрать? Возьми, тут как бы куча всего. Я тебе говорю, я вообще всю еду вместо того, чтобы ее собирать, я ее просто беру и выбрасываю. Съедаю и выбрасываю. Потому что она уже... Мне ее просто не... Давай я вот это выпью. Нормально. Не, водичка нужна, потому что этот... С собой тоже, ты видишь, много ты не утащишь. Так, ну давай, пойдем. А слышно прям, как я вот перезаряжаю, типа?
Мне сейчас не было слышно. Так, чё, пойдем в этот. Костер разведем. Так ты все-таки нашел? Да, я же тебе говорю, зажигалочка есть. Блин, так хочется все забрать, а? Да, здесь надо этот. Прощай, маскировочная фигнишка. Чё там? А чё там нашел? Хавку забрал. Ну да, я твою хавку возьму, думаю. Да, там в хавке валом. Я как бы, у меня просто этот... У меня картошка, газ-вода, эти помидоры маринованные. Я тогда молоко заберу с собой, а сгущенку оставлю. Да возьми, сожри что-то, и всё. Прибавляет 20. А, да ну нафиг. Другим людям поможет. Крайне людям сейчас едим. Всё, взаимодействовать теперь. Как взаимодействовать теперь? А как вот взаимодействовать? Угу. Так, ну вот я... Не взаимодействую там, короче, хоть как, прикинь. Не получается. Вот на эти... Скинь карту. Давай, сейчас сброшу. Держи. Не получается что-то. Побежали. Пошли, пофиг. А чё, куда? Там аэродроп. Аэродроп. Он на карте где? Он прям, смотри, сейчас будет недалеко, мне кажется. Я не знаю. Пошли, пошли, пошли за мной сразу. Пошли пока вот медленно. Ну, по карте я пока вообще нигде не вижу. Сейчас выбросит. Он вроде будет где-то в той стороне. Сейчас пойдем. Так. Во-во-во, видишь, летит. Ага. Он еще не скинул, да, получается? Тут что, за ним надо? Пошла, гуманитар. Давай побежали, побежали, быстрее, быстрее, быстрее. А ты видишь? А, вон, вижу, вижу. О, прям рядом с надо нами, надо сейчас отлично. Сразу забрать, смотри, надо сразу забрать все, что нужно, и свалить отсюда, потому что сейчас сюда люди набегут. По крайней мере, я так предполагаю. А, вон вижу, да. Прилетел. Прикольно. Прилетел, сладко. Так, опа. Так, давай-ка я, наверное... Давай я посмотрю, что у тебя. Давай я посмотрю быстро. Так, маскировочный костюм дай заберу. Бери сразу. Так, и... Давай посмотри, что там тебе. Все, все. Мне больше ничего не надо. ТТшка, ТТшка. Ага. Активированный уголь, ножик. Все, побежали, давай. Все, пойдем. Я что, взяли и валимся. А у меня есть теперь какая-то волынка снайперская. Что это у меня? Пойдем на пункт сбора тогда. На пункт сбора. Смотри, как пойдем. Вон, сейчас пойдем в тот дом. Там ты хочешь на какой сейчас пункт? Сейчас пойдем пункт на пункт сбора. Ну, 12. Там еще есть какие-то. Блять, пункт. Я не вижу, что за пункт. А, да можно вон в Дятлова лучше туда пойти. Да, туда дальше это раз. И два, это поселение не нейтрал, так что там могут напасть мародеры. Когда мы, к примеру, там переспавнимся. Опа, там кто-то только что пробежал. Кто-то только что пробежал. Сиди. Иди сюда ко мне. Встань вон туда, в сторону. Видел? Патроны есть хотя бы. Да, немножко есть. А, ну да. Сиди. Так, я давай-ка сделаю вот так. Че, побежали? Блять, там кто-то был в кто-то был весь в черном. Я вот прям видел. Ну подожди тогда, сейчас подождем. Не, ну он вроде убегал, в принципе, можем выйти. Чё тут получается, в принципе, там мародер один. Раз, а, два. Два мародера. Раз, мародер. Ну да, сейчас подожди. Сейчас я осталась у меня тут. И вот так вот бочком высматриваем. Чё? Выходим? Нет, подожди меня. Я всегда меня надо сейчас. Что надо восстановить? Сиди тут, не бойся.
Усталость, но я просто бегу держать за бок. Не, ну по весу у меня как бы еще хватает. Не, вес стоит ничего. В основном слоты забиваются. Ну да, потому что реально, это надо либо делать типа больше, просто сам понимаешь, да что он сам дойти, там как бы, весь прикол в своем, что там ты можешь запихать в рюшфуртку там парочку что-то, туда, да, сюда, да, да. Тут такой рюкзак. Ты вот играл в дойти когда-нибудь? Да, 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 как-то играл, давно уже это было. Надо, кстати. Пират? Конечно, ну я так пробовал вообще, для того, чтобы посмотреть, как она. Надо приобрести ее. Ну что, ты восстановился? Пойдем? Я думаю уже. Вон, попробуй. Побежай туда. Прям беги, пофиг. Не, он в ту сторону убегал. Он убегал, убегал. Ну, тогда пойдем отсюда. Так, ну чё, всё-таки... Вот, подожди, мы на сторону ЦСКА... Во, завалили меня уже, да. Это, сука, мародер был, да? Как раз таки. Пиадор, да? Сейчас я возрождусь. Завалишь его? Возродюсь, да. Чё, ты завалил его? Какой... Не-не-не, всё, он меня стреляет теперь. Не, походу, он меня убил. Убил, да? Вот мудак. Мародёр, да, загасил? Проценты мол, смотри. Кто? Проценты мол. Нейтрал? Парацетамол. Нейтрал был. Ну, тогда давай завершать серию, чувак. Да, мудак он. Конченый. Я, блин, бежал спокойно, думал, блядь, ну он откуда-то шмалять так начал, вообще непонятно, да? Я его даже не успел да, заметить. Да, я тоже не понял. Я начал бегать вокруг, но я что смотрю, я не понимаю. Ну, блядь, опять здесь же, ёпта. Вообще трындец. Ну ладно, что делать? Ну, вот тут, где говорю, игра вот в этом отношении, блядь, тяжелая, так, зажигалочку заберу. Да и потому что сама игра-то не позволяет тебе вообще что-то увидеть. Ну, потому что пока да. Занят прорисовкой не очень. И деревьев ничего не видно. Ну что так? Да, все тогда на этом, наверное, ребят, закончим, да. Попытались поиграть, сука, как обычно. Вечно что-то как-то через задний проход все выходит. Сколько говорю, сколько пробовал вот, в Next Day играть, столько раз, по-моему, меня и убивали. Так, это все есть у меня, это есть. Один раз мы сами сдохли к своей. Ну да, как бы это ладно, это вообще первый раз запускали. Так, здесь что? Респиратор. Да, что, ребят, на этом заканчиваем. Если нравится видео, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Ну, на этом все. Пока-пока.